Здорово, это Шамшурин, и напоминаю, что мне можно иногда задавать вопросы. Я еще, так сказать, иногда на них отвечу. Вот. И один товарищ написал в почту такой вопрос. Судя по тому, что я вижу в тексте, он, скорее всего, молодой. Там вопрос про френдзону, про какие-то поцелуи в щечку. Ну, скажем так, это видео посвящено самым молодым. Но если ты мамонт, которому за 40, то не торопись его выключать, потому что, к сожалению, я не знаю, или к счастью, старперы тоже так косячат. И самое удивительное, что иногда мужики, видя женщину, которая им нравится, теряют голову настолько, что превращаются в дебилов, и независимо от возраста, статуса, количества денег, там, не знаю, чина и так далее. Поэтому, значит, смотри, тут вопрос про френдзону. Вообще, в принципе, такое вступление, то есть, как бы, по поводу френдзоны, ну, какое-то дурацкое понятие какое-то, с иностранным словом каким-то, которое вот сейчас модно использовать. То есть, что, неужели русских аналогов не нашлось, там, не знаю. Вот. Когда женщина тебе говорит, давай останемся друзьями, по большому счету она говорит, пошел нахуй. Ну, она не говорит, я не воспринимаю тебя больше как мужчину, как самца, как личность, как человека, с которым я хочу секса, семью, детей там, и так далее. Вот. Это такой вежливый и удобный, причем для женщины, посыл тебя нахер, потому что не все женщины тоже могут говорить нет, потому что тут начинаются проблемы и вопросы, типа, почему она сразу не сказала, что ничего не светит? Да потому что люди вообще не умеют говорить «нет», им неудобно. То есть, когда люди не хотят потерять лицо, не хотят показаться в твоих глазах там плохими. Поэтому девушке удобно зачастую сказать «давай дружить», для того, чтобы тебя вроде и не посылать, и когда ты ей понадобишься и пригодишься, чтобы можно было использовать тебя и твои ресурсы. Так, смотри, здравствуйте, общаюсь с девушкой уже полгода. На 4-м месяце общения сказала, что я ей сильно нравлюсь. То есть девушка сама уже сказала, для чего она это делает, мой юный Эдерук. Она это сказала, чтобы ты хоть что-то уже начал с ней делать. Хотя не, если этот чувак, который увидит видео, ему окажется больше 30-ки, я не удивлюсь. То есть девушка говорит, алло, нравишься, делай что-нибудь. Воу, воу, воу. Но к отношениям не готова. Понимаешь, какая фигня. До этого предложения встречался и попытка поцеловать были, но получается только в щечку. Сука, ты 4 месяца встречался с женщиной и целовал ее только в щечку. Ну, то есть, либо ты, короче, такой розовый маленький пупс, такой воздушный, перемещающийся по облакам, либо, чувак, тебе с этим надо срочно что-то делать. То есть, там, предложения встречаться были, то есть, как бы, ну, это осталось в моем сельском прошлом, когда я приехал в соседнее село, мне там понравилась, ну, девушка, я за ней везде ездил. Она поехала туда в гости к бабушке, я за ней. Вот. И мне мой товарищ сказал, слушай, ну ты прямо скажи, понимаешь? Он говорит, предложи встречаться, сука. То есть, и она должна была сказать да. Ну, то есть, как, грубо говоря, просто спрашиваешь, ну что, мы будем сексом заниматься? Она должна сказать да, блядь. Короче, в щечку, чувак, это не вариант, так делать не надо. То есть, ну, за 4 месяца можно было уже пожениться и ребенка заделать. Она не с моего города, сейчас дома. И как я заметил, что она не может пустить и не может сказать, что скучает. Ну, не может, потому что она по тебе не скучает, чувак. Ты представляешь, такое бывает. Недавно очередной телефонный разговор закончился выяснением отношений. После того, как я сказал, что соскучился, она сказала, подожди, у вас нет отношений. То есть я хочу это всем сказать, что если у вас не было секса, ну и как бы секс ни к чему не обязывает, он ни о чем не говорит. Но если у вас не было секса, значит у вас, сука, нет отношений. Понимаешь, нету. У тебя с мамой могут быть отношения, там, с братом, не знаю, с папой, со своим хомяком. Ну как бы, а все остальное, там, нужен секс, понимаешь? Она сказала, что кроме того, как время покажет, на то время она не могла ничего ответить. И надежд тоже никаких не давала. То есть, еще раз, чувак, она не должна тебе никаких надежд давать. Женщина устроена таким образом, что она максимально должна сложить в себя всю эту ответственность, что ей ничего не надо, не дай бог она покажется доступной. У меня в моей новой книжке есть целая глава про женские страхи. Это для тех, кто еще не успел ее заказать, в том числе и для тебя, мой юный, я надеюсь, все-таки друг, потому что там я рассказываю про женские страхи, которые мешают ей сблизиться с тобой, соответственно, мешают и тебе. И ты обязан знать об этих страхах, обязан знать, как их утилизировать для того, чтобы получить желанную девушку, ну, для начала там, в плане секса, потом в плане жены и так далее и тому подобное. Если ты еще не заказал мою новую книгу «Позиция сверху», МК-1, мужская книга номер 1,
Ну или если ты еще не читал мою старую, то обязательно быстренько вот сюда, потому что она вместе с видеокурсами ждет тебя, и уже скоро продажи закроются. Ссылка под видео, заказывай. Значит, смотри. Еще сказала, что она видит, как много нервов я трачу в общении с ней, и мне с ней будто будет плохо. То есть она уже пытается тебя слить. Она не говорит: чувак, ты меня заебал, ты мне не нравишься. Она говорит: слушай, пожалей себя, ты так нервничаешь, зачем тебе это надо, я хочу тебя слить. То есть она это говорит, чтобы ты от нее отстал, понимаешь? Вот. Если бы вы видели лицо оператора, он же Денчик, то есть он же наш тренер, как он сейчас смеет, ну вы видите, как трясется телефон. Знаете, бывает такой немой смех. У меня папа так умеет смеяться, то есть он вроде смеется, а голоса нет. Денчик делает так же. Так, сейчас, хотя общался легко, иногда возникали недопонимания, но они переводились в шутку, и мы их, и на них как-то разбирались. На пару дней исчез, внимание, писал только вечером, в скобках написано. То есть, если ты исчез, братан, то ты исчез, а если ты писал только вечером, ты не исчез, к сожалению. Тебя видно, ёбаный вопрос. Так делать не надо. Недобрый, я сейчас причем знаю, что некоторые особо ранимые натуры, они сейчас будут писать в комментариях, что Шамшурин ебаная тварь, которая издевается над людьми, глумится. Не, поверьте мне, я максимально стараюсь сейчас максимально, скажем, лояльно отнестись к вашим тупникам, потому что люди, которые смотрят мой канал, я надеюсь, ты его смотришь, а там больше 500 видео на эту тему, вы просто не имеете права, сука, косячить и писать мне такую херню, ребят. А раз уж написали, вот ответ будет в той форме, в которой мне хочется. Значит, недоброго... Сейчас переведу так. Короче, исчез на пару дней, да? То есть исчез. Недоброго утра, ничего не пишет на сообщение. То есть ты на сообщение ничего не пишешь. То есть ты пишешь ей сообщение, что не пишешь. То есть ты предъявляешь женщине претензии. В принципе, в отношениях предъявлять претензии — это неконструктивно и не полезно. Это в отношениях. А если у вас еще с этой женщиной не было секса и нет отношений, нет ничего, то тем более претензии, они только сделают так, что девушка от тебя отморозится, не более чем. В последнем диалоге просто промолчала. Удивительный у тебя диалог, когда ты пишешь, а она молчит. Вот. За неделю до отъезда мы не встретились. У нее постоянно то подруги, то дела. Ну, потому что она не хочет тебя видеть, ты свой шанс упустил. Но говорила, что хочет увидеться и попрощаться. Чувак, она говорила это, чтобы не показаться в твоих глазах какой-то уж совсем жестокой. Вот. Ну да, хочу увидеться. То есть, женщина сегодня говорит одно, завтра говорит другое. В последний день хотел сходить в кино, но она ушла с подругой. Но после того, как я сказал, что это некрасиво, она извинилась и сказала, что просто забыла и настроения не было. Чувак, все-таки я надеюсь, что тебе 14. Ну или хотя бы 15. Может быть, в крайнем случае, сука, 16. Но если тебе больше 30, и ты сейчас узнаешь себя, а тут много таких будет, кто узнает, ребят, с этим надо что-то делать. Вот, то есть это некрасиво. Еще раз, ты пытаешься заинтересовать женщину или там заставить ее, что ли, с собой общаться. То есть ты ее принудить хочешь, что так некрасиво, прибегнуть к морали. Ты еще, не знаю, расскажи об этом, собранию там акционеров своего дома, где ты живешь. Может, они ее там вызовут, как раньше, в старые добрые времена, отвысосят. Это же некрасиво, понимаешь? Первая познакомилась она, понимаешь, то есть это вот... Ты надеялся, что эта фраза все спасет. Девушка, как и девушки, в принципе, сами иногда знакомятся. То есть они думают: о, классный парень. Но нельзя так тупить. То есть тупя вот так вот, как я сейчас рассказал, ты никогда не получишь ни одну женщину, которая тебе нравится, мужик. Стоит ли продолжать общение при таком раскладе или сделать перерыв на 2 недели? Сука, сделай выстрел себе в подбородок, мужик. Это не общение, во-первых, еще раз. Во-вторых, ты должен принять, как взрослый мужчина, будь взрослым, сколько бы тебе ни было, 11 или 13, или 42. Это не общение, это первое. Второе, ты ее уже потерял, причем месяца 3 назад, или даже 4. А потом за неделю до ее приеду позвонить. Забудь про нее вообще нахер и найди себе другую девушку. Это единственное, что ты можешь сделать, и не косячь так больше. Чтобы ты так больше не косячил, я еще раз говорю тебе, обязательно нужно приобрести книжку «Позиция сверху». Если кому-то еще раз здесь что-то не нравится, как я жестоко обращаюсь с их чувствами, идите в жопу и нахуй с этого канала. То есть, а кто хочет правду, вы будете смотреть этот канал и будете слушать правду, сука, тем языком, которым я вам говорю. Потому что вы заебали тупить так. И когда вам говоришь: сделай с этим что-то,
приобрети курс, прочитай книгу, приди на тренинг, в конце концов, вы говорите, ну нет, мне не надо, у меня нет проблем. Ну раз нет проблем, значит, ребята, welcome, я жду следующих вопросов. Если они у вас есть, задавайте, если мне захочется, если они будут такими же смешными, я считаю, что в такой форме они будут для вас более полезны, мои ответы, чем если бы я сейчас сидел серьезным ебалом вам отвечал. Поэтому, ребята, если вы еще не записались на мой юбилейный тренинг «Практика» с 29 августа по 1 сентября, где будет 4 дня практики вместо 3,5, где я буду то же самое говорить вам вживую, и это единственный верный способ хоть как-то вас встряхнуть и дать вам какой-то результат, я и мои коллеги. Вы еще, сука, Юру не видели. То, ребята, обязательно записывайтесь, ссылка под этим видео. И книжка, которая скоро уже закроется продажи, она вас ждет с видеокурсами. Если вы не можете приехать, потому что вы живете в Твери, или там, не знаю, не дай бог, Выхино где-нибудь на краю Москвы, это же несколько миллиардов световых лет. То есть, если вы не можете физически долететь, экспедицию на тренинг выслать со своим участием, потому что там одна уже ушла экспедиция, там люди просто не долетели, они потерялись в галактике, понимаете, это же далеко, сука. Расскажите об этом чуваку, который с Благовещенска прилетал в прошлый поток, ну и всем остальным. Вот. Если вы не можете, вы можете заказать книжку, которая включает в себя видеокурсы еще дополнительные, которые придут вам сегодня же после оплаты, и вы будете смотреть их, делать задания, упражнения, и не будете так тупить. Ребятушки, я жду от вас новых вопросов. Сегодня я не совсем в обычном, а добром амплуа. Целую вас всех вместе взятых в одно место. Пока. Короче, ребят, Денчик не удержался. После этого невероятного стендапа Вовы я решил добавить немножко позитива, я не знаю, конструктива. Короче, вся проблема таких типов, я думаю, каждый, абсолютно каждый узнал себя в нем, в этом парне. Я надеюсь, я тоже искренне надеюсь, что он все-таки молодой, у него все еще впереди, а это не Гриша, там, которому 32 года. Короче, твоя проблема, мужик, в том, что ты ищешь проблему в конкретной девушке. Вова сказал, что тебе нужно бросить эту, найти другую. Я тебе говорю, нет, ни хрена подобного, с другой у тебя будет то же самое, плюс-минус. Ты найдешь какую-то опять ситуацию, в которой скажешь, блин, мне на 2 дня пропасть или на 2 недели? Пропади совсем, чувак. Кто вам вообще это сказал, что ну в этом есть какой-то механизм, что насколько вы пропадаете? Короче, мужик, тебе в принципе нужно поменять отношение ко всей этой ситуации, отношение к самому жизни, себе. К жизни, к самому себе. И самое главное, научиться. Чувак, тебе нужно, да, научиться нужно освоить, действовать по-другому. Во-первых, женскую психологию, как это работает. То есть какое-то понимание должно прийти. Во-вторых, через практику получить и подкрепить этот опыт, получить результат и понять, что да, оказывается, все работает по-другому. Что ты сейчас, Денчик, такое говорил? Наверное, женскую психологию, там, освоение женской психологии, да, будет происходить очень длительно. Но тебе как минимум нужно практиковаться на других женщинах, проводить максимальное количество свиданий, завязывать отношения и уже в отношениях там тренироваться. И опять же, те, кто сейчас, вы же откуда-то взяли вот эту херню, да, в вашей голове, что я решил загаситься на 2 недели. То есть вам кто это, блядь, рассказал? Да, вы им-то и задавайте эти вопросы. Вот этот, наверное, автор книги «Мужчина с Марса, женщина с Венеры» или кто там, вот эти вот. То есть я ничего не имею против этих авторов, ребята. Но они, блядь, как бы, ну, они не пикаперы, да, то есть у них нет такого опыта. Я больше чем уверен, я с каждым из них готов поспорить, что они, блядь, закоренелые теоретики. Поэтому, когда вы вот, блядь, берете какие-то непонятные техники и начинаете их применять, это у вас нихуя себе зеркало снес автобус один другом. Не зря снимали видос. Хорошо, что это не моя тачка, блядь. Да, ребят, это, в принципе, это главный козырь, почему видео зайдет. Снесите нахуй все эти свои зеркала. Да, ребят, снесите, это символически, снесите. Двигайтесь не назад, а вперед. Да, снесите просто свои старые парадигмы мышления, просто как это зеркало к хуям. То есть, правильно говорит Денис, потому что когда у тебя будет новая женщина, ну, с этой все. То есть, это вот та история, когда мужик сдох. Причем она очень мужественная, эта женщина. Она тебе реально, мне кажется, там уже много кто бы не вытерпел и послал бы тебя нахуй, либо сказал бы там, все, у меня новый парень. Она прям терпела 4 месяца, сказала, что она тебе, вернее, ты ей нравишься. Сейчас до сих пор тебе не сливает. Возможно, вот когда ты научишься, можно и с этой женщиной там как-то продолжить. Но сначала надо научиться. Чувак, да, с новой ничего не будет, вернее, с этой ничего не будет, это факт. Это надо принять. То есть здесь, ну, как бы для мужчины есть важный аспект, ну, одна из черт мужских, это умение принимать действительность. Ну и, собственно, когда есть
мертвый Мурзик, нужно все-таки принять, что Мурзик, сука, подох. Все, ему пиздец. Все, привет. Второй момент, что да, с другой женщиной будет то же самое, если ничего не поменять, поэтому тебе просто очень нужно освоить женскую психологию, но на практике. Не надо читать книжки «Женская психология», там, не знаю, Ивана Иванова, блядь. Как нужно заниматься практикой, чувак. Да, 7 шагов, 5 пунктов. Даже тот же самый марафон, который на моем канале до сих пор еще висит, к вашему счастью. Там уже много чего есть для того, чтобы поменять вот это все, блядь, ваш результат. Но по себе знаю, что какой бы марафон вы в онлайне не прошли, на практике, на живом тренинге это будет все в 2 раза да. быстрее и в 3 раза интереснее, и в 5 раз эффективнее. Вам надо, ребята, собственно, выбор. Вот в чем ваша проблема. У вас нет выбора, поэтому вы трясетесь над этим мертвым котом, как можете. Когда у вас появляется выбор, вы не будете себя так вести, вы не будете унижаться и тупить. И еще раз, ребята... Всем обязательно нужно заказать мою новую книжку. Стоимость дорожает с каждым днем. То есть скоро 1 сентября продажи закроются. Вот. Книжка очень крутая. Посмотрите подробности под нее, про нее под этим видео. И всех жду на тренинге «Практика» юбилейном. 20 человек соберем, поток закрываем. И, собственно говоря, вы рискуете туда не попасть и продолжать так же тупить. Че, Денчик, попрощаемся с ними уже по-доброму. Мне понравилось. Это вы еще Юру не видели. Мужики, всем удачи. Пока.